Ну и такая песня, которая символизирует зависть сибирской науки к московской. Да, там есть такое слово, может быть, кому-то неизвестное, СОАН, Сибирское отделение Академии наук. Если помните Стругацких, «Трудно быть Богом», то там единственное приличное место было на этой планете, где были проблемы, оно называлось «Торговая республика СОАН». Это после того, как Стругацкие приехали и посетили Институт ядерной физики в 60-м году. Вот. И там такое слово есть. А еще одно слово – это президент Академии наук, академик Александров. СОАН так тихо строится, в СОАНе не устроится, не дай, святая Троица, исчезнуть в синеве. Не дай нам стать тобольцами, самура комсомольцами, или каменец подольцами, душою мы в Москве. Александров, Александров, академик самый главный, позови нас в город славный, тех, кто светил головой. Парень с видом деревенским, удэгейским и эвенским. Наедимся, блин, напьемся, естественно, надышимся Москвой. Среди интеллигенции жестока конкуренция, но вышли в академики Лаврентьев и Марчук. Когда б не быть бездельником, стать можно академиком, и даже не надеюсь я, а попросту хочу. Александров, Александров, ты из тех, кто много может, сокращай ученых строже, но вглядись в мое лицо и, пожалуйста, вначале утоли мои печали. Забери меня с вещами на Садовое кольцо. Забери меня с вещами на Садовое кольцо.